пошли. Вашему вниманию предлагается вот наклеивание такой пленочки на фару. Вот. Светоотражающая пленка алюминиевого скотча. Вот. Преследуются сразу три цели. Во-первых, в дневное время оно отражает как будто бы включены фары. То есть дневные ходовые огни. Во-вторых, не слепит дальним светом встречные машины. И в-третьих, идет увеличение света за счет того, что идет отражение вовнутрь. Когда включается свет, он отражается от этой пленки снутри, попадает опять на отражатель и улучшается видимость, скажем так, даже мокрого асфальта. Вот. Но можно это делать только вот на такие вот фары, там восьмерка, семерка, Таврия, потому что на мелкие фары, в принципе, эффекта не будет.